Смотрим дальше. Очередной отрывок сегодняшней тренировки. Первое занятие на сборе всегда втягивающее. Всегда. Ну, какой-то футбол будет, да, мы видим, даже ворота вот поставили, может быть, на полполя. Это всегда интересно. Мы видим, да, что Виктор Гончаренко объясняет, что и как. Упражнение. Но, тем не менее, тактики этого всего сегодня не будет. Сегодня первое упражнение команды, еще раз скажу, только что прилетела на второй сбор. И сегодня, 26 числа, он начинается. Давайте вот увеличим, чтобы вы видели. Да, вот Марио. Ну, вот вы сами видите. Погода, конечно, сегодня чудная просто здесь, в Компоаморе. Днем было градусов, наверное, 18, солнце светит, тепло, один из самых теплых дней, наверное. Ну, понятно, что так не будет всегда. И наверняка в целом сбор пройдет при такой более холодной погоде, но, тем не менее, пока вот так. Это, конечно, радует. Ну вот, собственно говоря, очередной видеоролик. С вами был Максим Квитковский.